Здравствуйте, мои маленькие любители ломаных ритмов. В эфире очередной 12-й выпуск передачи «Ликер». Курс неизменен, самые красивые, грустные, веселые и лиричные работы от отечественного драм-н-бейс-производителя. У микрофона Невертл, и мы начинаем. Погнали! Трек проекта Decades Feel Good вышел в конце мая на лейбле Flight Pattern. Формат передачи вынужденно претерпел изменения. Сегодня не будет никакой блочной структуры. Просто мешанная солянка, потому что по-другому было никак. У нас идет трек музыканта New Way, Cosmic Flowers. Человек это не новый. Прошлый ник музыканта был Угр. Был у нас в прошлом выпуске или в позапрошлом. Выйдет трек с селф-релизом в конце июня. Известного продюсера Мэйдж, Даплейт, соответственно.
трек проекта Decades, Closer, вышел на сингл Maze в апреле. Кстати, его можно скачать бесплатно на SoundCloud, ищите. Несмотря на измененную структуру, я вначале постарался выбрать отборных сочных летних треков. Апрельский релиз лейбла Life History. Продюсер Onside. Трек Jazz Cafe. Очень летняя. Сижу, жду свой мохито. Красивая. Новичок в подкасте Райан Аудли, трек Tell Me Why. Максим из Москвы, пишет музыку много лет, но в ДНБ пришел недавно. Трек с альбомом Максима, который вышел в конце февраля, это был селф-релиз. Участник моего подкаста Нищенко Зорина, трек «Ту Николь». Вышел он на Liquid Brilliance в апреле.
Weizu и Art Twisted. Трек One More Time. Weizu зовут Алексей, он из города Коломна. Art Twisted Артем из Москвы. Тут я сошел с ума и решил поиграть вам Maroon 5 и Cardi B. Like You от Стаса Мейкорса. Вышел он 20 мая на Data Transmission. Если не ошибаюсь, тоже можете скачать бесплатно на SoundCloud. Сегодня будет несколько не самых крутых сводок. Подкаст выдался очень сложным, как ни странно. Зигзаг с треком Шерри. Вышел в марте на Life History. Также трек скоро будет переиздан на виниле. Ценители, будьте начеку.
композиция от продюсера Maycors, Long Way. Выйдет 3 июня на Фокусе. Но трек уже доступен эксклюзивом на Beatport и Spotify. Композиция от Ten Walls, Gotham. Это ремикс на нее от музыканта, носившего в прошлом ник Nicky Miles. Судьба ремикса пока неизвестна. Музыкант не вышел на связь до записи голоса. Так что будь что будет. Кажется, несет на темную сторону. Ремикс продюсера Резус на трек «Это любовь. Притяжение». Работа участвовала в конкурсе ремиксов на площадке Promo DJ. Я удивился, что она еще жива вообще. А музыкант-то дебютант Евгений из Нижневартовска. Класс.
тьма рассеивается. Сегодня у нас не будет диповой части подкаста. Попросту не было треков. Я их засунул в неожиданные места просто. Или нет. Мейнстрим сегодня есть, и по почерку вы можете узнать. Это Mage с треком Expectations. Вышел на Killing 14 февраля. Вы продаете drum and bass? Нет, я только показываю. Красивое. Это коллаборация. Райан Аудли, фичеринг Кендву, Different. Кендву — это очередная смена псевдонима, это музыкант Киаро. В прошлом выпуске я назвал его Херао, сорян, но уже значения не имеет. Трек 2016 года. Я сначала сыграл, потом посмотрел. Это ремикс коллектива Teddy Killers на композицию Mad Zoo Sinful совместно с IC Monsters.
Records. Вышел в феврале на Flame Records. Продюсера Узи вышел в марте на Live History. Композиция продюсера Onside, True, вышла в апреле на Live History.
играет пианино. И дропает снов с его даплейтом, треком «Антидот».
очередная айдишка от Мейджа. Кирилл начал делать свои стримы на Ютубе по продакшену. Ютуб-канал можете найти, вбив Мейдж Офишал. Очень красивая работа от новичка Neosferal We Want. Музыканта зовут Сергей, живет он во Владивостоке. Трек вышел на его эпишке в апреле на Life History. Выйдет в августе на Off-World в составе Off-World Transmission Volume 9. Наверное, странно проговаривать английские слова, а цифру произносить по-русски. Но я странный. Работа продюсера Mage Out of Touch в
выйдет 12 августа на Фокусе. Пока мы слушаем просто захватившего подкаст Кирилла, пару слов о своем творчестве. Ничего легкого на этот выпуск, к сожалению, не было, но 13 июня у меня выйдет EP-шка на Eightbrain. Тем, кто любит потяжелее, следите. А 1 июля выйдет на Фокусе ID-шка из прошлого выпуска, про нее многие спрашивали. Бутлег будет доступен во фри после выхода подкаста. Кому понравился, следите за страничками музыканта.
ЛСК, Кей Райбек, Beyond Linguistic. Музыканта зовут Игорь, он из Ростова-на-Дону. Готовит еще одну эпишку, выйдет этим летом. Познакомились поздно, не успел взять треков. А эта работа вышла на лейбле Universe Axiom на эпишке Игоря. Sparrow, Night Harmony. Вышел в апреле на Life History на эпишке Сергея. Отличная коллаборация Nelver и Nick Zigzag. Now That It's True. Трек вышел в декабре на лейбле Liquicity. Работа прекрасна, могла бы быть завершающей, но в конце вас ждет ремикс на трек, который для меня является мемасным. Закончим на позитиве. И не сейчас. Продюсер, которого вы слышали только, наверное, в первых выпусках, Vance, Epilogue. Это ремастеренная версия трека, вышел на Life History в составе эпишки Back to the Past, часть 2.
Играет композиция продюсера Мин «Try to Get Away». Выйдет 10 июня на DNBB. Мин у нас дебютировал как Мин, потом сменил ник на Макс Леонтайл, сейчас снова стал Мином. Остановись! Дженни Нелвер и Pixies Gravity. Вышел в конце апреля на Pilot. А Pixies — это девушка-музыкант из Англии. Продюсера Майлки совместно с Кука «The Night». Вышел также на Life History в составе «Back to the Past», часть 2. Русским вокалом. Боже, я завидую людям, что спят по ночам, спят по ночам. Мне во сне не видеть бы, спят по ночам, вот спят по ночам. Внезапно, да? Боже, я завидую тем, кому звонят по ночам, я чувства кричат. Боже, я завидую. Хамали, Наваи, Джах Халиб. Бутлег — это замечательный коллектив от Стаса Майкорса. Трек «Боже, как завидую». Боже, как завидую.
эксклюзивная дабка. Стас пока не знает, что с ним делать, предложил спросить вас, но я вот что придумал. Все, кто хочет, чтобы Стас выложил бутлег бесплатно, заходите на его страницу в ВК, латиницей Стас Мейкорс, и кричите в комментах под его фото «Стас!». Сам владелец лейбла Life History, Xorgin, Memories, ремастеренный трек. Вышел вы уже знаете где, на Life History, в эпишке Back to the Past, часть 2. Слышь, солнце.
Солнце золотое. Строчить в комментах, давайте, делайте это. Совместно с продюсером Никир, Fly Away. Выйдет, как я уже сказал, в июле на Фокусе, на эпишке, ребят. Кстати, давайте заодно вспомним и Берт Эйч. Мне очень жаль, что его нет в этом выпуске. Напишите ему под аватаркой, под его основным фото в ВК. Привет от Нью-Йоркала, пожалуйста. Что-то у меня сегодня троллинное настроение. Но вы пишите, пишите. Найти его просто, Берт Хачарян. Бусти. А, вот это не очень сводка. Не казните меня. На Фокусе.
Some Pretty Things, Dubplate. Также у Николая продолжает выходить его подкаст Warm and Gently. Просто факт. Композиция Let You Go от Nick Zigzag. Трек вышел 31 мая на Life History в составе EP-шки Николая. Знают уже все. Это новая и, по мне, так очень-очень успешная интерпретация знаменитого трека Major. Live in where
Life на трек Subliminal featuring Siren Rivers Your Secret. Выйдет на альбоме вокалиста Siren Rivers на фокусе. Трек от продюсера MF Feel the Waves The Plate. Я думаю, волны в виде перепадов настроения вы сегодня почувствовали. Выпуск получился необычным, как по мне. Последняя на сегодня айдишка от Мейджа, The Plate. Да и собственно, друзья, это внезапно подкрался предпоследний трек подкаста. Так что скоро будем прощаться, но без лишних сентиментов. Трек-мем начинается. Давайте все вместе. Oh,
Ну а теперь настало время для очередного расставания. Друзья, сегодня мне не хочется быть излишне многословным. Мои финальные пожелания особо не меняются. Любите, творите, живите ярко и поддерживайте друг друга. Не забывайте, музыка должна объединять, и она это делает. Главное, не мешать. С вами был Невертл, ваш проводник по музыкальному оазису. Я прощаюсь с вами. Будьте добры и счастливы. Пока! Открыл пак... пошла жара. Максим из Москвы. Стабильный участок. Ну, конечно, это ремикс на трек... Ну, конечно, это ремикс. Конечно, судьба ремикса пока неизвестна. Судьба ремикса мне неизвестна, он не вышел до... Он... Играет ремикс. Это конкурсная работка. Манка Богдана. Жирно. Везет, нет. Это Такабана. Боже, как завидую тем, кому в комментах пишут Стас по ночам. Очень безмятежно. На трек «Майя Пакзига». Пакзига. Я не знаю. На трек «Майя Пакзига». На трек «Майя». На трек «Белив». Я не могу уже. Now that. Боже, как завидую тем, кому ночами пишут Стас по ночам. Боже, как завидую тем, кому в комментах пишут Стас по ночам. Мне во сне не видеть бы, как в комментах пишут Стас по ночам. Трек доступен эксклюзивно для подписчиков. Кто я такой, чтобы давать оценки? All I need is your love.